Итак, этот влог о том, как только начиналась моя подготовка к ЕГЭ. Я подумала, что он вам тоже может быть интересен, потому что многие начинают готовиться к экзаменам с начала года. А если же вам интересно, как проходит моя подготовка сейчас, то вы можете найти видео уже на канале, или они выйдут в ближайшее время. Всем привет, меня зовут Алина, и я невероятно рада видеть вас у себя на канале. В этом влоге я вам покажу, как я готовлюсь к ЕГЭ, как я написала свой первый пробник по обществознанию, а также покажу, как я учусь в колледже, как я хожу в колледж, как я уже опаздываю на полчаса в колледж. Поэтому всем приятного просмотра. Мое здоровье, поскольку его дорого оплачу. Построить как дела? Столбцы, это если у журнала вставить. Надеюсь, я буду перевернуть. Линейная верстка, вертикальная. Вот, у нас не такая, у нас книжка. Я хочу упасть. Ладно. А я хочу. Али, это ненормальное желание. Надо о себе заботиться. Да. Вот до чего человека индизайн довел. До Фрейда. До Фрейда, да. На самом деле, я обожаю смотреть утром вебинары, потому что это, как по мне, самое лучшее время, потому что ты кушаешь, ты в то же время учишься, отдыхаешь. И сейчас я прям нагоняю вебинары летней школы от ЕГЭ налегке, потому что за время августа я их не успела посмотреть, как-то так вышло. И сейчас я в режиме просто турбо смотрю все вебинары, которые есть, потому что, по идее, их должны удалить или 8-го, или 10-го числа. Поэтому нужно исправлять ситуацию очень срочно. Сегодня 7-е число. Еще нужно вовремя приходить в колледж, но над этой ситуацией я пока работаю. Здесь нормально. Ну ладно. Короче, и украла куртку. Да. Это успех? Мне холодно. Да? Бежите, нет. А! Тихо. Итак, сегодня уже третий день моего влога. Я вчера пришла поздно вечером и просмотрела даже, правильнее будет сказать, сборник ЕГЭ от Котова-Лескова 23-го года. До этого я бы не сказала, что я его прям открывала, он у меня лежал, ждал заветного момента, и он вчера, видимо, настал. Я его просмотрела, но поняла, что я устала, я не хочу его вчера делать, мне некогда, и, значит, решила принести его на утро. И что я могу сказать? Я словила диссонанс. Я открыла и поняла, что тут надо очень долго вчитываться в некоторые задания. Ну, мне кажется, это первое время. Почему диссонанс? В том году я сдавала ЕГЭ по русскому языку. Так вот, и значит, в конце года уже учебного, когда перед сдачей ЕГЭ, я помню, я вставала перед парами и решала примерно все вот так. Только 1, 2, 3, тут 3, 5, все. И это было очень быстро. А тут я сейчас сижу так.
Изучение греческого языка, наблюдение, эксперимент. Вот, и понимаю, что пока время затратно, но ничего, мы будем совершенствовать этот навык. Я надеюсь, вы будете готовиться вместе со мной, будет интересно. И что еще? А, вот, кстати, да, мои распечатки. Спасибо. Мои распечатки вчерашние, я их не распределила. Да, это будет все в моем телеграм-канале. Вот он, кстати, так выглядит. Ссылка будет где-нибудь в описании или в комментарии. Сейчас пора идти на пару по философии, на которую вообще нельзя опаздывать. Поэтому я сегодня встала намного раньше. 6 утра. Ужас. Сегодня какой-то офишиальный стайл. Иду, слушаю в подкастах Сократа. Ну как иду, бегу. Я написала первую часть. Мне кажется, что это фиаско, потому что много чего не знаю. Ко второй части я даже не стала притрагиваться, поэтому сейчас посмотрю, сверюсь с ответами и покажу вам, на сколько баллов я написала. Я ничего не понимаю. Я посчитала, и в итоге у меня оказалось 20 из 28 баллов. Это по вот этой старой системе оценивания. Но все равно, что? 20? Я думала, тут 10 не наберется. Но все равно много есть над чем работать. Поэтому... Но не самый худший вариант, это уже радует. Боже, год еще просто не успел нормально начаться. Я уже хочу, чтобы он закончился. На этом влог подходит к концу. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы досмотрели до этого момента. Подписывайтесь на YouTube-канал, подписывайтесь на Telegram-канал. И всем до новых видео!